Дагестанцы Идрис Гаджиев, Шахбан Джибраилов и Мухаммад Гасанов стали настоящими героями дня. В Санкт-Петербурге автобус с 20 пассажирами упал в реку Мойку. Водитель потерял управление, врезался в другую машину, протаранил ее, и транспорт упал в воду. По последней информации, 7 пассажиров погибли, еще четверо в состоянии клинической смерти. Очевидцы сообщают, в момент происшествия первыми на помощь людям пришли ребята из Дагестана. Когда автобус упал в реку, молодые люди направлялись на пятничную молитву.